Я готовился, ну, где-то месяца три. Устал очень. Можно организаторов поблагодарить за такие хорошие соревнования. Выступала сегодня в категории дуэт и элит, и еще планируется выступление в личной программе элит, тоже спорт элит. У каждого своя роль в дуэте, кто-то больше держит, кто-то больше висит, кто-то сильнее, кто-то именно на растяжку больше работает, кто-то на силу. В общей сложности занимаюсь пилоном 1,5 года. Эти 1,5 года я выиграла Pole Art Cyprus 2016 в категории Amateur, начинающий, и Pole Theatre Switzerland буквально 2 недели назад. Мой наставник, мой цербер Полина Волчек, Pink Puma, я ей безумно благодарна за то, что она меня в этот пилонный мир привела и вкладывает в меня столько сил, энергии и творчества. Я ей безумно благодарна за это. Я ее очень люблю. Я сегодня вхожу в состав судейской коллегии. Я сужу штрафы. Я обязана строго относиться к участникам, это моя задача сегодня, потому что если я буду к ним снисходительна, то каждый грязный элемент им будет засчитан, но не будет получено достаточное количество штрафов, а выступление должно быть в первую очередь чистым. Мне кажется, каждый участник переживает за свой номер. Незабываемые ощущения. Мне понравилось все. Ну а дальше чемпионат мира. Even if we're strangers till we die. Всем привет! Полина Волчек, также известная под псевдонимом Pink Puma. Во-первых, я, конечно, спортсмен и участник, это первоочередно. Во-вторых, что не менее важно, я, наверное, являюсь идейным вдохновителем данного турнира, данного чемпионата. Вот. И очень хочется, чтобы все спортсмены нашей большой необъятной страны имели возможность как-то насладиться этим соревновательным процессом, принять в нем участие и вообще развиваться дальше. Очень сложно организовывать одновременно и выступать. Это практически совмещение двух совершенно не пересекающихся историй. Идей уже очень много, и мы составили уже список планов на следующий год. Я думаю, что это будет обязательно масштабнее. Мы планируем развить чемпионат, возможно, включение региональных соревнований. То есть постепенно, год от года будем развиваться, расти. И, надеюсь, сможем вырасти до уровня проведения мировых первенств у нас в России. Так, чтобы наши команды могли не только ездить в другие страны, представлять Россию на достойном уровне, но чтобы мы в дальнейшем, в течение ближайших, скажем так, 5-7 лет имели возможность принять у себя всех спортсменов мира. Я думаю, что у нас для всего этого положено очень хорошее начало.